Всем привет, с вами Алекс и сайт 3mpc.by. В этом видео хотелось бы запустить на слабом байка No Man's Sky на 630-й видеокарте. Причем не спешите кричать и говорить, что видео бессмысленно и попытки бессмысленны. Нет, в общем-то, есть интересные результаты, поэтому советую посмотреть. Так, значит, сразу же, конечно же, по No Man's Sky. Да, на самом деле, давайте немножко так отстранимся от того, что это якобы самая провальная игра года. Пока якобы да, но на самом деле разработчики уже выпустили и первое, хорошее контент-обновление, базы можно на планетах строить. Ну и вообще много чего планируется. Более того, вышел новый патч, но давайте я пока с этим запущу, на то, что есть на данный момент, с новым апдейтом. И посмотрим, какой уже сейчас будет FPS, а потом еще запущу на слабой видеокарте. Очень, кстати, хорошие результаты, советую досмотреть до конца. Так, но для начала давайте небольшие новости. Первое, если хотите вот на этом сайте RMPC.by ввести свой бложик, вообще пополнять статьи по играм, смотрите, здесь много различных игр, ну все новые новинки, советы, рекомендации, то есть делаю, допустим, вот Skyrim переиздание. Пожалуйста, сразу же здесь советы, рекомендации. Все, что можно. Неважно, не обязательно это должно быть, знаете, как в каких-то супер официальных сайтах. Нет, все своими словами, все свои скриншотики, все как положено, можете прикреплять. Такой бложик. Если хотите вести тоже так свой какой-то бложик, добавлять интересную инфу, которая поможет другим игрокам, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Так, поехали. Значит, что по No Man's Sky? Так, давайте немножко пробежимся. Во-первых, вот на 4 декабря технические проблемы в No Man's Sky, по словам разработчиков, исправлены на 70 уже процентов. Я, кстати, могу подтвердить, с начала релиза, это еще в августе было, 12 числа она вышла, да. Значит, было очень много технических проблем, но сейчас и FPS стабилизировался, и на более слабых компах идет, и очень круто, и без поддержки SSE 4.1 на процессе запускается, очень круто, можно поиграть. Более того, это перспективная игра. И разработчики немножко сделали ошибку, что не поставили ее в ранний доступ в Steam. Но она будет, считайте это как ранний доступ. Все, сейчас ее разработчики будут пополнять, пускай не супер быстрыми темпами, но пополнит. Я вам серьезно говорю, просто супер песочница с целой галактикой, 18 квинтиллионов планет. Я думаю, что они ее очень круто доведут до отличного состояния. Дальше игроки начали находить сообщения, оставленные другими игроками. То есть сейчас игроки подключились онлайн до 12, там 14 тысяч. До 8 еще. До 8 поднялся тысяч онлайн. Хотя, кстати, на старте был рекорд за год. 212 тысяч онлайн в Стиме. Это просто чума была. Но сейчас игроки начали возвращаться. И уже находят даже... сам Шон Мюррей говорил, что как минимум можно будет находить другие сообщения. Сообщения других игроков, которые уже здесь были. На планетах, станциях и так далее. Очень круто, уже начали находить. Так, темой следующего обновления в No Man's Sky может стать наземная техника. Да, очень круто, не забывайте, если появится наземная техника, очень уже будет еще интереснее игровой процесс. Команда No Man's Sky запланировала множество изменений для PC-версии. Да, и они уже начали выходить, эти изменения. Патчи, апдейты, очень круто. Кстати, рассмотрел очень много патчей на игру, которые очень круто изменяют игру. Реальный космос и все. И летательные корабли эти... Смотрите, будет ссылка в описании. Дальше. Вышел новый патч. Да, вот сейчас он вышел. 1.12. Но давайте я уже в следующий раз с ним запущу. Но пока запущу вот на той версии, которая у меня в данный момент есть. Это 1. Сейчас посмотрим. Наверное, в игре будет. Итак, на каком слабом ПК я запускаю? Слабая пекаренька моя, на которой буду жарить пирожочек под названием No Man's Sky. Так, FX6300 Pro, 6-ядерный, 3,5 частота. Но 2 ядра я отключил. Соответственно, 4-ядерный Pro, 4 оперативки и подкачка на 8 гиг поставил. Сейчас давайте видеокарту посмотрим. Видеокарта GeForce GT630. С гигабайтом видеопамяти DDR3, шина 128. Очень простенькая видеокарта. Не смотрите, что это 600-я серия. Это офисная карта. Она даже слабее, чем 450-ка. Так что последний драйвер, вроде бы, насколько я помню на данный момент. То есть такой слабенький ПК. Кстати, есть супер слабый ПК. Вот на нем я тоже начну, наверное, с завтрашнего дня запускать игры. 2 ядра, 2 оперативки и 630. Даже 210 могу видеокарту поставить. Но думаю, 630 будет норм. Это как бы уже почти нижний предел у игроков на данный момент. Так, хорошо, вроде бы вы видите
все, что хотел сказать, сказал по No Man's Sky. Давайте сейчас посмотрим. На 630-ке я ее ни раз не запускал. На 550-ке запускал, 7870 запускал. Но на 630-ке не запускал. Сейчас посмотрим. Результаты действительно очень интересные. Давайте поехали. А, ну отрублю сейчас все говно, конечно, секунду, чтобы не замедляло игру. Так, подключал, осталось только вырубить браузер, почистить оперативку. Отрубил тему, отрубаю браузер, отрубил антивирус, все отрубил, остальное мониторинг, все дела осталось. Единственное, чищу оперативку, почистил, все. Кстати, DVR в Windows 10 отключил, если еще кто-то предыдущее видео не видел, отключил, то есть сообщаю, которое поджирает якобы FPS. И плюс, если кому-то интересно, что я вообще отключаю, чтобы ускорить ПК-система, чтобы не была загружена перед играми, то смотрите в предыдущих видео. Каждое видео не могу повторять, потому что многих утомляет это и надоедает, те, кто смотрит видео постоянно. Итак, давайте, все, запускаю игру. Да, сразу, кстати, хотел показать, вот только запускаю No Man's Sky, сразу же говорит, у вас только 4 оперативки, а для игры рекомендуется 8. Ничего ж, окей. Потом говорят, так, ваша видеокарта 630 с 1 гигабайтом видеопамяти, но для игры желательно 1,5 гигабайта видеопамяти и выше. Ничего страшного, жму окей, и запуск все равно будет. Хорошо, сейчас дождусь, все это пока загрузится. Секундочку. Да, сразу давайте покажу. Вот перед тем, как загрузиться, игра предлагает 3 варианта. Сейчас с новым апдейтом добавили еще 2 варианта. Прохождение игры очень круто. Обычно это стандартно, когда вы заходите в игру, выживаете, проходите, в общем, продвигаетесь к центру галактики. Вторая — это выживалка. Выживалку еще очень крутая выживалка. Там действительно умираешь. И вот давайте в следующий раз попробуем. Может быть, на стриме выживалку попробовать. Ну, давайте возьму созидание. То есть это просто для теста. Тут неограниченные ресурсы, все дела. И никто не норовит сожрать, откусить твою башку. И вообще все, что двигается, пооткусывать, попрокусывать. Поэтому возьму пока созидание. Очень круто. 3 варианта, как в No Man's Sky похоже. Творческий, выживалка и обычный. Так, ой, как в этом, Майнкрафте. Так же я и сказал или нет? Блин, уже сумасшествие поглощает меня, поглощает. Секундочку. Так, ну что, я в игре. Смотрите, блин, мне, кстати, попала очень крутая планетка. Очень офигеннейшая планетка. Просто замечательная растительность. Просто крутейшая. Красивая планета попала. Ну, это, как всегда, это ж процедурная генерация галактики здесь. Если вы не сохранились, то, ну и вообще хотите переиграть, то каждый раз генерируется новая галактика, и вы оказываетесь на новой планете какой-то. На данный момент у меня очень крутая, красивая планета попала. Давайте я взлечу чуть-чуть. Свысока ее немножко. А, вот сейчас я пройду эту травку. Очень круто, кстати. Блин, боюсь со звуком у вас там. Немножко музыку погромче сделал. Очень здесь такая атмосферная, крутая музыка. Мне нравится. Смотрите, давайте сразу по FPS-у. Да, супер низкий. Не смотрите, это Full HD. Все супер низко. Все отрубил. Сейчас будем смотреть. Так, видеокарта прогружена на 100%. Видеопамяти 967 сожрала. То есть даже еще маленький запас есть. Как-никак. Ну да, если поиграть, то, конечно, она вся забьется. Всего лишь 7 FPS, да, на Full HD, конечно же, а что хотеть от неигровой видеокарты? Очень мало FPS, но, кстати, вы не спешите с выводами по картинке, если, допустим, не играли. На высоких настройках здесь приятная картинка, особенно эта планетка, я обязательно сохранюсь, мне она очень понравилась, потому что часто попадаются вообще такие пустынные планеты. Кстати, здесь очень крутые пещеры, просто замечательные. Так, проц на 50% загружен, то есть все упирается в видеокарту, как видите. Так, оперативки жрет 2,9 чистой, а с файлом подкачки вместе с оперативкой 6,3. То есть, да, для запуска, как видите, 6 гиг оперативки желательно хотя бы. В любом случае, ставьте подкачку, хуже не будет. Ну, как видите, пока очень мало FPS, давайте немножко пройду. Но желательно, наверное, буду сейчас переходить на более низкое разрешение, чтобы поднять FPS и посмотрим. Потому что, смотрите, в том же Dishonored, где сейчас попробовал на 630-ке, не получилось все равно. При максимум 14 FPS, ну, максимум 15-ка была, и то, если в стены смотреть, если нету прорисовки дальности... То есть не удалось в Dishonored получить приемлемого FPS-а. Давайте посмотрим. Многими ругаемый, конечно же, да, No Man's Sky, который, кстати, все-таки потенциал, я еще раз повторюсь, просто огромнейший, но разработчики выдали за полноценную игру не совсем то, что изначально планировали, и это, конечно же, огромный минус. Но давайте сейчас будем смотреть по оптимизону. Все, я выключил, все супер низкое.
И единственное, сейчас разрешение. Секунду, давайте я поменяю. Да, еще вот хотел показать, в кабине вообще до 2,2 падает FPS, то есть вообще супер падает. Но давайте, игру нужно перезагрузить, чтобы разрешение, изменения разрешения вступили в силу. Сейчас посмотрим, что будет. Так, ну что, я в игре, перезагрузился, получил, было сколько у меня? В итоге 7-6 FPS было, но сейчас, сколько это было, да. И сейчас, смотрите, перезагрузился, получил 12 FPS, ну, смотрите, травище сколько много, очень много травы. Так, что, видеокарта, да, прогружена все равно на 100%, да, FPS пока небольшой, но это 1280 на 720, там еще ниже можно поставить. Потому что, ну, игра действительно требовательна к видеокарте, я могу понять, потому что много нужно прорисовывать, целые планеты. Я понимаю, что в основном идет прорисовка, основная это вблизи игрока, как обычно, а все, что вдали, это уже так, чисто в таком в числовом выражении пока формируется, и при приближении только уже графически подстраивается, но да все равно. Так, 11-12 FPS, проц на 50% загружен, только оперативки жрет 3,4 и с файлом подкачки 6,3, то есть на чуть-чуть, на капельку вроде бы меньше жрет оперативки, а хотя почти то же самое. Видеокарта на 100% загружена, ну-ка без записи видео. Нет, запись видео вообще ничего не жрет, может кадр, ну кадр какой-то может быть и поджирает, но так в общем-то ничего. Ну, неплохо, уже как бы 4 кадра где-то в среднем добавилось, но это только 1280 на 720, и это очень слабая видеокарта, разработчики сразу отмечают. Ребята, нужна 8 оперативки, ну ладно, оперативку я подкачкой заменил, но видеокарта 1,5 гигабайта видеопамяти и выше карты хотя бы. И согласен, да, действительно, все-таки прорисовка какая-никакая здесь есть. Так, ну в смысле вообще объектов очень много, достаточно таким. Пускай не супер детализированных, но это же я все на низкое поставил. Так, ладно, хорошо, наверное, давайте больше вроде бы ничего тут такого нету, только снижать разрешение. Так, все, я отключил. Низко, низко, 60. Ну все, да, настройки здесь такие слабые. Размытие все отключено, вертикалка тоже отключена, все отключено. Ладно, хорошо, давайте тогда отрубаю... Кстати, что там с границей? Понятно, давайте тогда сделаю еще ниже разрешение и перезагружаю игру. Так, ну что, у меня 800 на 600. Давайте смотреть, что с FPS. Двадцатку, смотрите, получил 20 кадров. Причем нужно учитывать то, что здесь же не суперский динамичный экшен какой-то, а здесь вполне себе спокойное исследование. Да, бывают редкие-редкие перестрелки со стражами или, может, какие... враждебные животные будут, но перестрелки редки. Смотрите, я уже получил 20 FPS. Да, видеокарта на 100% загружена, 20 FPS. Это учитывая то, что сколько здесь у меня растительности нужно обработать. Да, здесь нагрузка не слабая на видеокарту. Так, дальше. Проц на 40-50% загружен. Немного. Давайте я постреляю чуть-чуть, соберу хотя бы... А, это оксид железа, но оно распространено здесь. Так, значит, что дальше? По оперативке 3,2 жрет и 6,3 вместе с подкачкой. Ну, давайте еще куда-то хоть повыше. А, здесь у меня исключительно такая, знаете, травянистая. Это похоже, как этот собирают. Как-то его... Не бергамота, как его? То есть тоже такие огромные плантации, такие сиреневые. Очень красивая планетка мне попалась. Я даже сам удивляюсь. Так, не, ну попадаются. Ну смотрите, на такой достаточно такие травянистые планетки у меня под 20 FPS. Ну-ка без записи видео. Ну не особо запись видео, вообще не заметил, чтобы она что-то жрала. Но 1-2 кадра, может, поджирает. Так, получил 800 на 600, 20 кадров, как-никак. В той же Dishonored 2 такого нельзя получить, как-никак. Это уже плюс к игре No Man's Sky. Поэтому на слабых ноутбуках поиграть можно, побегать. Круто, уже круто. Так, ну что делать дальше? Ну, оперативка вон еще подупала, 2,7, 2,6 жрет, с подкачкой 6,3. Так, ну что сказать, неплохо, круто на самом деле. Давайте еще снижу разрешение, еще посмотрим, сколько будет FPS. Так, минимальное здесь, как видите, 640 на 480. Сейчас перезагружаю игру и посмотрим. Так, ну что, я в игре, 640 на 480 и получил, вроде бы было под 30 FPS. А, вот подупало, но все равно стало чуть побольше, 20 стабильных, наверное, ниже 20, ну 18 вот было.
Ну, то есть, как видите, 800 на 600, уже при даже 800 на 600 можно получить 20 кадров и спокойно начать на слабых ноутбуках просто изучать планетки, полетать в космосе, полетать. Я же не говорю, что уже до конца пройти до центра галактики, но можно. Здесь нету суперского экшена и движухи, и вполне себе можно на слабом ПК опробовать уже No Man's Sky. Отмечу, что на старте такого и близко не было, что я не выставлял, все тормозило. То есть, а сейчас даже на 630-й карте я могу, пускай даже 800 на 600, но получить 20 FPS. Далеко не во всех играх это можно получить. Поэтому вполне себе неплохо, можно верить на слова разработчикам о том, что 70% технических проблем в игре уже исправлен. Даже сейчас еще больше, наверное, потому что вышел еще один патч. И плюс они еще будут привносить контент. Конечно же, мне хотелось бы вам показать эту планетку на максимальной графике. Постараюсь, может, это завтра сделать уже с новым патчем. И чтобы вы посмотрели реально, как это выглядит растительность, как это все красиво. Так, ну, наверное, на этом пока все. Вердикт какой? Вполне себе можно разрешением игру под повысить FPS в игре. И получить на такой слабой системе, получить, по крайней мере, 20-ку FPS. И играть, все упирается в видеокарту, да, слабая 630-ка. Но на ноутбуках часто такой мощности карты есть. И вы вполне можете поиграть, как видите. Пускай не в таком маленьком окне, но 800 на 600 без проблем сели к ноутбуку и можно погонять. Так, на этом, наверное, пока все. Я думаю, все ясно и понятно. Дальше тоже буду смотреть, да, по No Man's Sky можно было сделать и стрим уже базы построить, базу. Надо все сделать, конечно, нужно. Думаю, уже определюсь, может, к выходным. Так, на этом все. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе, если хотите бложик какой-то вести там или еще что. В группу вступайте, там все, задавайте вопросы, все разберемся. Увидите все, что там есть. Ссылки будут в описании, все необходимые. Ну, наверное, на этом пока все. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.